Как страшно жить, совсем Христа не зная, и умирать не с именем Его. И страшно жить, совсем не понимая, что жизнь не смерть, и все в руки Его. Нет ничего, что Он не допускает, и голос с головы не упадет. Как счастлив тот, кто-то понимает, кто верой, упованием живет. Кто знает, что на все Господня воля, и даже самый трудный, тяжкий путь в конце предстанет, как благая воля в одно мгновение понята, понятна жизни сути. Как счастлив тот, кто все прошел смиренно, без ропота, без крика. Почему? Кто рук своих не опускал поспешно, кто понимал, без Бога не могу. Кто разумел, что жизнь не только взлеты, не только праздники и радостные дни, кто осознал, что жизнь – это как горы, нужно подниматься, вновь вперед идти. Кто понял, что нельзя сдаваться, нельзя сказать «я больше не могу», кто осознал, что надобно сражаться за жизнь, за душу, за судьбу свою. Не отступать, не струсить, не сбежать, не говорить, нет силы, чтобы бороться, а наступать на силу вражью, наступать, и Слово Божье, как во всеоружие одеться. Как важно жить, чтоб лично Христа знать, как счастлив тот, кто все доверил Богу, как важно с Иисусом жить и умирать, и вместе с Ним пройти свою дорогу.